5 декабря в центральном детском магазине на Лубянке москвичей поздравлял с наступающим Новым годом Дед Мороз из Великого Устюга. Вместе с известным дедушкой приехала и веселая красавица Снегурочка из Костромы. Для гостей запланирована двухдневная праздничная концертная программа, которая включает выступления детских хореографических коллективов, вокальные, театральные и цирковые номера. В преддверии праздника в центральном детском магазине на Лубянке открылась сказочная почта Деда Мороза. Все желающие могут отправить свои заветные письма. Авторы лучших посланий удостоятся встречи с Дедом Морозом и получат подарки. Самого доброго, потому что это самый волшебный праздник.